Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный эзотерике. Как всегда, по пятницам мой вебинар сегодняшний называется «Эзотерика Дуйко. Ответы на ваши вопросы». Сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы. В случае, если вопросы будут интересны, то вебинар будет интересным. Ну и наоборот. Итак, NatPad. Поздравляю вас с уровнем спонсор 100. Марина Федоренко. Андрей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Подскажите, пожалуйста, сын собирается в военкомат. Что читать или делать, как мне его сберечь на войне? У меня никого больше нет. Смотрите, ваш сын, он имеет проблему, которая связана с тем, что он хочет сделать вам больно. И это связано с тем, что он пытается обвинить вас в чем-либо. Вы его раздражаете, он вас раздражает, у вас есть претензии друг к другу и так далее. И он пытается вас всеми возможными способами запугать. Не верьте, специально он в военкомат идти не собирается. Можете в этом направлении и даже не думать. А что сделать, чтобы не пошел? Есть эзотерическая практика, я ее очень часто советую. Эта эзотерическая практика связана со свечой. Помните, я всегда говорил, возьмите восковую свечу, желательно желтого цвета. Поставьте ее на расстоянии вытянутой руки от себя. Представьте, будто то, что вас беспокоит, допустим, что беспокоит? Сына в наручниках или сына не в наручниках, или сына хватают, или сын в одежде военной и уже служит. И вот эти чувства и видения, которые у вас появляются, представляете, будто вы их выносите в виде картинки или обводите вначале в виде картинки. То есть представляете, потом обводите мысленно, выводите эту картинку перед собой раз, представляете, будто в этой картинке вновь это происходит. Такую картинку в виде сферы уже подносите к пламени свечи, представляя, будто это прикасается к пламени свечи и сгорает. Делайте так на протяжении от 10 минут до 30, на протяжении каждого дня, и я вас уверяю, что данной жизненной ситуации никогда в жизни не произойдет. Данный метод я даю, широко объясняю его в нашей эзотерической школе Кайлас. Поэтому давайте мы его вспомним и это сделаем. Там есть еще куча методов. Помните, на хлеб перенести проблему и так далее, и так далее. Все это можно делать и всем этим можно пользоваться. Пожалуйста, используйте. Школа создана для того, чтобы пользоваться эзотерическими практиками школы. Евгения, здравствуйте, Андрей Андреевич, здравствуйте. Можно ли выполнять практики из разных ступеней и семинаров? Да. Есть... Шестая ступень у нас, и в шестой ступени я давал практики, которые называются общение с атманом и увеличение атмана. А в нашей школе атман или понятие атмана отличается от санскритского слова атман, потому что атман обозначает истинное я. В нашей школе мы называем атманом определенное чувство, которое возникает в груди человека, и мы называем это чувство условно атманом. И есть целый ряд практик. Допустим, первая часть — это практики работы с атманом. Помните, атман и солнце, атман и луна, атман и ветер, атман и эфир. И дальше идут еще, по-моему, там 15 или 20 моих рекомендаций, как бы это называется, медитации колдуна. Там смешай в атмане солнце и звезды, представь, будто в голове красный флигель, и там создай то-то, взмахни, скажи, дыши и так далее. И это все принесет тебе то-то. И это все очень эффективно работает. Чем старше и чем ярче ступени, тем больше у человека шансов коммуницировать магически с тем миром, в котором он живет. И это все в дальнейшем делает человека уникальным. То есть у человека появляются удивительные паранормальные способности, и он как бы их открывает сам для себя. Очень часто, незаметно, люди, которые оканчивают там 5-6 ступеней, вдруг в какой-то момент понимают, что они могут вылечить там позвоночник человеку, или помочь избавиться от каких-либо заболеваний, просто улыбкой или подумав об этом человеке. Ну, как-то так. Поэтому мой ответ такой. Конечно, любыми практиками из любых ступеней можно пользоваться. Вера Милостная. Здравствуйте, посоветуйте, платить мне долги племянника по квартире или он их выплатит сам? Нет, не выплатит сам. Зашивается ваш племянник, ничего в жизни не получается. А с чем связано? Связано с тем, что он встречается и живет, и как бы по жизни его проблема связана с тем, что
Его не любят женщины. Есть в нем качество какое-то, которое не нравится женщинам, или женщин он выбирает таких, которые не могут любить искренне, и из-за этого у него появляется ряд вот таких проблем. Вообще женщина является для мужчины уникальным магнитом денег. В случае, я вообще могу сказать, что если бы мужчины хоть раз в жизни меня услышали, то все были бы счастливыми. Почему? Дело в том, что особенность женщины заключается в том, что у женщины потрясающий талант. Она напрямую связана с энергией Земли, потому что женщина, как и Земля, может давать. Что может давать женщина? Женщина может создавать человека, а человека мог создать только Бог и женщина. Так и Земля, то есть семя, посаженное в землю, в дальнейшем прорастает. Нету такого, что важнее там, и так далее, но здесь само понятие женщины – это понятие материального произрастания. Потому что женщина так устроена, она может давать молоко младенцу, она создает новое поколение людей, она рожает детей и так далее. И здесь есть психоэмоциональная сторона, или я ее назову энергетическая сторона. Если бы мужчины знали об этом, мир бы мог измениться. Так вот, в случае, если мужчина делает все для того, чтобы его жена обожала этого мужчину, то в его жизни это прямо пропорционально материальному благополучию. Прямо пропорционально. И в случае, если женщина ищет кого-нибудь на стороне, то мужчина думает, вот она мне изменяет, кого-то на стороне ищет. То очень часто это связано с тем, что женщина недополучает. Что она недополучает? Она недополучает хороших и красивых слов. Очень часто обман или настойчивость мужчины, или женщина там настойчиво, там мама убедила и так далее, и начинают жить друг с другом. Мужчина разочаровывается в женщине, не хочет видеть в ней женщину, с которой он хочет жить, у него есть претензии какие-либо. Я вообще считаю, что женщина это благословение мужчины, по-честному, это чисто искренне мое мнение. Я могу сказать, что жизнь с женщиной, если делать для нее что-то хорошее, а что можно хорошее делать? Говорите прекрасные слова своей женщине. Какая ты красивая, до чего же ты хороша. Ты мне нравишься, я тебя люблю. Ты моя сладкая, золотая, любимая, либе. И так далее. Научитесь этому. Говорите это просто так. Я и мои глаза не видели такой красоты, как ты. Какие у тебя красивые пальчики. До чего же ты сегодня хороша. Надо же, ты сегодня такая молодая. Ты пахнешь, как весна. Надо же, ты внешне изменилась. Такое ощущение, как будто ты с каждым днем становишься красивее и красивее. Послушайте, можно много всего сказать женщине. Не, язык не отсохнет. Мужчины в какой-то момент становятся черствыми и забывают, что женщина, об этом говорили в свое время психологи, сексологи, говорили о том, что женщина любит ушами. Кстати, и мужчины любят ушами, все люди любят ушами, но в случае, если мужчина любит ушами, если им восхищаются, тогда он считает, что его любят. А женщине необходимо сказать, какая она красивая. Какая бы ни была, раз она ваша, наслаждайтесь. Она же создана для того, чтобы вам давать. Вообще, просматривая женщин, я еще раз расскажу эту историю. Так вот, вывод какой. Мужчины, сделайте так, чтобы женщина рядом начала радоваться от того, что она рядом находится. Нет, это не связано с подарками. Это связано с тем, что вы с ней будете разговаривать. Это связано с тем, что не будете обижаться. Это может быть связано еще и с тем, что ты вот мне звонишь. Чё вот кто-то мне звонит? Зачем мне звонить? Сбивает мне эфир. Это связано с тем, что человек, он ориентирован на то, мужчина и женщина ориентированы на то, чтобы слышать. Женщина восхищается мужчиной, мужчина делает что-то лучше. Мужчина восхищается женщиной конкретно ее красотой, ее телом, ее пальцами, ее весом, я не знаю, ее волосами, еще чем-то, восхищается мамой, восхищается подругами. Вообще хочу сказать, смотрите, если женщина ненавидит своего отца, денег не будет. Если мужчина ненавидит свою тещу, будет жена не нравиться. Это еще и связано с тем, как относишься к своему роду и роду той женщины, с которой живешь. Но если ты обожаешь, даришь подарки теще, а если женщина свекрухи, если женщина ненавидит свекруху, мужа не будет любить, будет постоянно к мужу иметь претензии.
Если мужчина не любит свою тещу, то будет жена не будет нравиться, будет на других тетей смотреть. И это все вот эзотерически уже многократно произнесено. Второе. Я уже говорил, выводы, которые делаются у меня в моей жизни, они иногда настолько необъективны, вот если так разобраться. У меня было две подружки. Одна Лена, другая Люба, они сестры-близняшки. Абсолютно одинаковые женщины, абсолютно одинаковые. Та, которая Люба, отличалась от той, которая Лена. Лена вышла замуж в 18 лет, родила двоих детей, купила себе квартиру с мужем и живут до сих пор очень хорошо душа к душе. У Любы наоборот, она с самого детства ни с кем не встречалась, потом ходила куда-то в религиозную общину, после этого так замуж и не вышла, где-то там с кем-то встречалась чуть-чуть, родила ребенка, и до сих пор, ну, по-моему, уже сейчас замужем. То есть это два абсолютно одинаковых человека, которые жили в одно время, в одном месте, с одними родителями. При этом одна вышла в 18 лет, и у нее всегда стояла очередь из мужчин, которые хотели за ней ухаживать, а у второй нет. И я подумал, что есть смысл произвести психовосприятие этих женщин и просмотреть этих женщин на элемент отличия, который бы мог четко сказать, какая есть психологическая или психическая сторона, которая однозначно мешает женщине выходить замуж. То, что провел я или исследовал в дальнейшем, повергло меня где-то в состояние шока, и я в дальнейшем не мог в это поверить, но когда начал более научно к этому подходить и спрашивать или там как бы просматривать людей, насколько это возможно было, то произошло открытие. Оно очень удивительное и очень необычное. Я уверен на 100%, что скупой женщине, да, скупой. Скупой женщине гораздо сложнее выйти замуж, чем женщине не скупой. Как это проявилось? Много было у меня таких женщин, когда я вот еще. Я в дальнейшем даже начал давать такие советы. Вот я говорил, попробуй раздать как можно больше людям там что-то. Попробуй делать скидки, попробуй таксистам давать больше. Попробуй не скупиться, попробуй вот, и человек, которому я это говорил, говорил, да я и так выживаю, я копейка к копейку, я соль собираю. Знаете, каждая женщина такая, она имела какое-либо хобби, очень иногда хобби, они были похожи. Так одна женщина, которая не могла выйти замуж, я узнал, что у нее хобби, и она собирала пакетики с сахаром во всех отелях, в которых где когда-либо она была. То есть у нее была целая коробка пакетиков с сахаром, которые она собирала из отелей, и она коллекционировала пакетики соли и сахара. Да пакетики коллекционировать, это же скупость, это мое мнение. Сейчас дай бог, чтобы сейчас не смотрел, а то обидится. Скупым женщинам или женщина, у которой есть такое качество, очень сложно. У меня было много было таких знакомых, у них у всех были одни и те же такие уникальные даже хобби. Одна собирала мыльца, другая собирала из отелей там какие-то флакончики, третья вот. То есть где бы они ни были, они постоянно пытались что-то для себя забрать, что-то где-то сложить и сделать. То есть они скупые. Скупость таких женщин приводила их к тому, что они в дальнейшем не могли выйти замуж. Да, это фантастически звучит все. Как со скупостью бороться? Ну, скупостью нужно бороться. Это не значит, что нужно взять все деньги и раздать. Это единоразовое состояние, когда человек взял и раздал. А скупость — это многоразовое состояние. Это качество жизни. Каким образом это необходимо, с этим необходимо бороться? Старайтесь дать чуть-чуть больше. Как нужно давать? Пришли, рассчитываетесь там за какой-нибудь продукт, дайте чуть-чуть больше. Рассчитывайтесь за такси, дайте немножко больше. Рассчитывайтесь или кому-либо там отвешиваете что-то, дайте чуть-чуть больше. Если бизнес связан с тем, что вы проценты какие-то, дайте немножко больше.
выплачиваете, дайте чуть-чуть больше. Это как раз и называется элементом нескупости. Я не говорю, что нужно раздать, выйти всем и так далее. Нет, это называется расточительность. Как говорят у нас в Одессе, это расточительность. А вот скупость — это другое дело. Но я надеюсь, вы идентифицируете одно и от другого, и это вам поможет. У меня была девушка Наташа, я о ней как-то рассказывал. Она была потрясающе красива. Скажу даже по секрету, когда я учился в 10 классе, она мне очень нравилась. Но у меня шансов не было, я был маленький, худой, кучерявый и рыжий. Большеносый, ну, изубрила ботаник. И, конечно же, там, у меня было уже там с кем встречаться, ну, в общем-то, все было хорошо. Но девушка эта мне очень нравилась. Она была высокая, светловолосая, голубоглазая, мужчина, и все абсолютно в школе ее обожали и так далее. Но у нее была проблема. Каждый мог что-либо дать, но если она что-либо имела или ела, она никогда ни с кем не делилась. А если там что-либо у нее было лишнее, никогда не давала. Она не давала никогда запасную ручку, запасной карандаш, запасную тетрадку. Никогда, никому, ни при каком виде. Ни девочкам, ни мальчикам, никогда. То есть можно сказать, что она была скупая. Боролась за копейку. Я помню, как сдавали какие-то деньги, она боролась, что ей не отдали там 7 копеек или 10 копеек или 5 копеек, это советское время было, и она неделю просила. Я еще тогда подумал, надо же, я из более такой, может быть, бедной семьи, но у меня такого не было, я их подарил, эти 5 копеек, мне было даже неинтересно. А сейчас этой женщине уже 50 с лишним лет, так вот за всю свою жизнь она так и не вышла замуж. С ней постоянно находятся рядом какие-то мужчины, она родила одного ребенка, но ей никто не сделал предложение, и она так и не начала жить ни с одним мужчиной. Можно, и это не один случай, таких случаев в моей жизни, проведенных мной исследований, много. Поэтому на вопрос, почему я хорошая, не могу выйти замуж, я хочу вам сказать, давайте больше. Конец. Добрий день, завтра 17 лютого, маю відбутися прямий ефір «Проектор щасливої долі». Дуже хочеться підглянути наперед, що там буде. Ми будемо робити пентаклі. Смотрите, у каждого человека есть Богом заготовленная судьба. Вот такая Богом заготовленная судьба, она проявляется у человека в его ауре. Такие люди, как я, они знают, что в определенных точках ауры со временем у человека появляется либо сжатие, либо грыжа. По-медицински буду говорить. Влиять каким-либо образом на вот такую ауру невозможно. То есть хоть руками маши, хоть мантры читай, очень часто повлиять невозможно. Каждая из таких в этой ауре, каждая из вот этих элементов отвечает за что-то. Допустим, та, которая находится между ног, часть ауры, она отвечает за психическую стабильность, но еще отвечает за харизму, амбициозность, за бесстрашие, за большое количество идей, за дисциплинированность, за харизматичность, за амбициозность, за силу, энергетику, за желание, за сексуальность. И та, которая слева находится, отвечает. И я начал, когда заниматься астрологией, начал нумерологией, начал заниматься просматриванием людей, я понял, что некоторые места нашей ауры, они напрямую связаны, и на них могут повлиять цифры, определенные цифры. Эти цифры кратны 9, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и располагаются в определенных местах. Так, допустим, если поставить человеку много четверок, у человека появляется хорошая судьба, у него появляется хорошая, счастливая жизнь, его начинают обожать люди, у него появляется терпение. Если много пятерок, человек начинает любить себя, люди рядом начинают любить, много денег появляется, к человеку хорошо относятся. Если двоек, у человека появляется хорошее здоровье, появляются дети, дети хорошо к нему относятся, у детей успех в жизни и так далее. И что можно сделать? Есть определенное гармоническое количество этих цифр, которые я смогу установить в вашем энергетической ауре.
В дальнейшем я объясню, как это представлять на протяжении хотя бы одного месяца. И я прямо гарантирую, прямо даю гарантию, что если сегодня, с завтрашнего дня, вы каждый день будете перед сном представлять вот эти циферки у себя, там, где я скажу, и те, которые я скажу, то сегодня засыпайте, завтра просыпайтесь, жизнь изменяется. В какую сторону? То, чего вам не хватает. Очень часто человек говорит, я хочу квартиру, а счастье хочешь? Да, но я думаю, что только с квартирой буду счастливым. А счастье Бог нарисовал по-другому, быть очень любимой, или быть очень здоровой, или быть очень популярной, или там еще что-то. И вот эти, когда ставишь пентакли правильные цифры, то у человека происходят такие события, и он где-то удивляется этим событиям, потому что это точно не как он хотел, но точно как бы назад, как он хотел, он уже не хочет. То есть это выглядит так. Да, я хотел по-другому, но так, как получилось, лучше, чем я хотел во много раз. Когда я начал работать с такими пентаклями, то у меня был выбор не делать пентакли и не ставить пентакли людям, или ставить пентакли людям. Если не ставить пентакли людям, то, в общем-то, ничего такого существенного и не произойдет. Но я вижу, как это эффективно работает. И второй обряд будет, это обряд построения генитурного вектора через ДНК нашей кармы. Когда мужчина и женщина встретились, то между ними произошло там элемент любви, после этого зародился зародыш, которым мы являемся. И вот каждый из вот этих, это большой обряд, он называется Яга. То есть в этом обряде я представляю людей, после этого представляю, будто они умерли, произошел катарсис, отправляемся в будущее, приходим в момент, где появились его родители, в этот момент маму представляем как самая красивая на земле женщина, отца представляем как самого успешного мужчину. Его предков представляем одними, ее предков представляем другими, они представляются в виде чаш таких огненных, там всевозможных. Потом появляется ребенок, соединяется 8 чаш с одной стороны, 8 чаш с другой стороны, соединяется определенной такой линией, цифрами, там ставятся цифры определенные. И после того, когда эти цифры ставятся, этих цифр 9, когда эти цифры ставятся и объединяются, появляется ребенок. У него зажигается эта лампочка, которая высвечивает вперед в его жизни энергию, в которой написано, почему проектор. Потому что зажглась энергия, проекция, высветление этого ядра ДНК, будущего этого ребенка. И мы сначала там отматываем жизнь назад, все начинается с представления книги, я там открываю книгу рода и так далее. И это все сложный такой обряд с большим количеством элементов. Я его даже не даю ученикам, потому что даю, наверное, на каких-то ступенях, там в упрощенном виде. Обряд такой многослойный, очень интересный, и человеку зарождаем ДНК с элементом счастья, после этого откручиваем до конца его жизни, плюс 110 лет с момента рождения. А если человек захочет, пусть дальше живет, но уже как бы без нас. И это два обряда. Получается, первый обряд — это построение ДНК и элемента ядра ДНК счастья с изменением кармы рода и с проявлением счастья до конца своих дней. И второе — это запечатывание пентакля, который включает в жизнь человека совершенно другие качества, которые в большинстве своем очень часто некоторые качества человеку не свойственны. Человек каждый может при этом сказать, мне свойственны все качества. Я могу сказать, что это не так. Допустим, я часто встречаю людей, у которых есть одни качества, которые очень развитые, а другие, которые не очень. Допустим, у моей жены есть качество, она потрясающе умный человек. Это говорит о том, что у нее точка на ауре, которая связана с цифрой 8 и 7, больше всех развита. Но у нее очень плохо развито место, которое связано с элементом желудка, это цифра 2. И она связана как раз с тем, что у человека могут быть ощущения там,
как будто там страшно, или там не может быть решительным человек, или там человек, который больше копается, чем делает, не хочет делать, а хочет рассуждать об этом и так далее. То есть качества ума большие, а качество быть решительным, отважным и так далее, этого качества нет. А можно это качество включить? И когда эти качества включаются, они гармонируются с душой, и человек становится как универсальный. У него появляется много чувств, появляется много внутренней энергии, появляется много каких-либо совершенно других таких восприятия мира изменяется, и самое интересное, изменяются события. Никаких откатов не бывает, если каждый день это представлять, то просто снятся плохие сны. Что такое плохие сны? Плохие сны после проведенных таких обрядов являются проживанием негативных событий жизни. То есть для того, чтобы события негативные в жизни не происходили. Вот для этого сны плохие снятся. Почему снятся человеку плохие сны? Когда снится вам плохой сон, то это говорит о том, что вам убрали информацию из жизни, и то плохое, что должно было в жизни произойти, оно произошло во время сна, и в жизни вашей уже не произойдет. Поэтому, когда человек говорит, мне такой плохой сон приснился, руку оторвало, не оторвет никогда руку. А рука обозначает долг, то есть вы были должны, и вас хотели за это наказать, и вас теперь не накажут. Долг простят или спишут, вы его с легкостью отдадите. Ну вот так это все устроено. Надеюсь, ответил на вопрос. Вітання, мій учителю, ваша учениця ця трьох ступенів. Скажіть, будь ласка, чи витримає мій зять на війні здоров'я непридатне? Витримає, все добре. Не надо переживати. Не переживайте, йому буде легче від цього. Комфі. Пожалуйста, я вас прошу. Никаких вопросов по поводу зяті і там і так далі. Дело в тому, що это... А если я увижу что-то плохое? Вы понимаете, если я увижу что-то плохое, то я вам сказать это не могу. Я расстроюсь, и вы меня таким образом дискредитируете. То есть там выдержит, не выдержит. А если не выдержит, если все будет плохо, мне что надо сказать это? Имейте совесть, слушайте. Иногда человеку в неведении легче жить, чем в ведении. А потом вы меня обвините, скажете, Дуйко мне не предсказал. Не нужно, не нужно, я не предсказываю судьбы. Уважаемый Андрей Андреевич, есть ли эзотерический способ лечения нейроретинита? Нейроретинит глаза. Верный ли этот диагноз? Да, есть такой диагноз, нейроретинит. Это как блефароспазм. Можно взять нитку синего цвета и вот так в виде восьмерки обвязать вот правый глаз на левой руке, в виде восьмерки вот так между третьим и четвертым пальцем навязать восьмерочкой ниточку и носить такую ниточку. Такая ниточка уберет конъюнктивит, а также избавит от любых заболеваний, связанных с глазом. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Как помочь маме? Куча болезней, а врачи не помогают ей. И лекарства. И меня она не послушает. Если что-то, и посоветую. Душа болит за нее. А как помолюсь, то хуже ей. А что вы от меня хотите? Каким образом, смотрите, врачи не помогают, вы помочь не можете. Что я должен сделать? Я вас сейчас... Зачем этот вопрос? Вы должны что? Что я должен для вас сделать? Посоветовать что? Диету маме посоветовать? Или посоветовать, ну что вы хотите от меня? У нас есть семинар. Данный семинар называется «Эзотерическое целительство», двухдневный семинар. Это два дня по-моему, 8 часов. Получается 16 часов, если я не ошибаюсь. Ну или меньше, ну 8 часов даже. 8 часов семинары. Вот 8 часов я рассказываю, каким образом человеку можно исцелять другого человека. Вот вы мне сейчас задали этот вопрос, какие есть эзотерические способы. Вот двухдневный семинар «Эзотерическое целительство». Проходите его, используйте. Ладно, не буду таким жестоким. Эзотерические способы помочь своей маме. Приходите к маме, мысленно, не приходите. Мысленно представляете, будто находитесь рядом с мамой. Представляете, будто она маленькая, и начинаете ее гладить. По голове гладить. И говорит, ты моя ласточка, ты моя куколка.
потом по руке, ты моя, там, моя ручка, и один мой пальчик, и второй мой пальчик, по спинке ее гладите, по животику, по груди, там, по ноге, там, и так далее. Вот если при этом испытываете состояние любви, такое, как вы испытываете к ребенку своему, вот если делать так один раз в день, утром и вечером, через один месяц маму не узнаете, летать начнет, и к вам будет хорошо относиться. Не забудьте в самом конце объединить себя и маму со словами «Ом Ахум Хахохри», если умеете. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, что означали кошки в Египте? Большое спасибо. Кошки обозначали магию любви. Считалось, что если кошка живет, то она охраняет любовь. Мужчины часто могут уйти. Для того, чтобы мужчины не уходили, необходимы были кошки. Кошки охраняли. Если вы знаете, что Ганеша хотел стать кошкой и многократно об этом говорил своим родителям. Поэтому в эзотерике, когда, допустим, проводят обряд такой, при котором хотят приворожить, то на человеке, которого хотят приворожить, представляет, будто на нем есть бегемотики, потому что такие, или котики, и котики, и бегемотики являются элементами приворота. И кот таким образом являлся элементом приворота, также кот был проводником в астральный мир и так далее. Но опять-таки, знаете, я когда разговаривал с человеком, который являлся человеком, который исследует египетские пирамиды, то он говорит так. Я с ним познакомился в Египте, когда ездил в египетские пирамиды, посещал музей египетский, то он мне сказал буквально, он доктор исторических наук, он мне буквально сказал вот что. Он говорит, огромное количество всего, что объяснить невозможно. И говорит, мое личное мнение заключается в том, что сами изваяния египетских пирамид, все, что в них находится, они были гораздо старше, чем то, что туда вкладывали уже в дальнейшем египетские жрецы. Поэтому я ему верю на самом деле и считаю, что это, наверное, какая-то эволюция или цивилизация, которая утеряна для людей. По поводу египетских жрецов и так далее, вы знаете, очень большое количество домыслов, но в целом, когда говорят, вот египетские жрецы, там египетские техники и так далее, этого ничего не сохранилось. Ни египетских техник эзотерических, ни египетских обрядов. То, что вам показывают там скарабеев и так далее, скарабеи охраняли от проникновения мертвого, чтобы туда не заходили и не разворовывали эти. Поэтому ношение скарабея или жука приводит человека не к улучшению его жизненной силы и ситуации, а к ухудшению. Поэтому ношение скарабея — это вызов темных сил и широко используется, допустим, об этом даже говорил в свое время Алистер Кроули. Он говорил о том, что скарабей является символом умерших, и легче всего в пентакле, в котором ты призываешь духов умерших людей, представлять или одевать на себя символ скарабея. Таким образом происходит там контактирование с этими духами умерших людей. Я этим не занимаюсь, мне это не интересно, но я считаю, что где-то он в этом прав. Очень часто, даже сейчас, когда переводят надписи, то это надписи, связанные с историей. То есть это исторические надписи, где написано, допустим, там историческая надпись, где написано «здесь там покоится такой-то, такой-то сын, такого-то, такого-то». Или исторически «здесь вот проходило, там был, здесь был, здесь там находился порт, и в порту работал такой-то, такой-то». То есть оно история. Это история. А уже связывать эти истории и связывать их с религией и в этом всем что-либо искать, ну, скорее всего, нет. Мы не до конца понимаем ту эволюцию, те идеи и даже те, возможно, преимущества и даже ту веру. То есть это все гипотезы, это все исторические гипотезы. Это, наверное, людям предстоит еще в дальнейшем каким-то образом проанализировать и решить.
Пенко Соколова. Здравствуйте, дорогой учитель. Если я возьму трехдневный семинар лечительства, целительства, могу ли я работать с людьми? Несомненно. Те люди, которые проходят мой семинар целительства, в дальнейшем с легкостью начинают работать с людьми. Я обещаю, что каждый человек, который приобретет мой семинар целительства, двухдневный семинар, и пройдет его, в дальнейшем будет самым лучшим человеком-целителем в своем регионе, как бы он ни назывался, если захочет работать. И второе. Если у вас не будет получаться, обратитесь ко мне, и я верну вам деньги. Правда. Армида Заргарян. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, возьмут ли мою дочь на работу, где она была на собеседовании? Не, не возьмут. Здравствуйте, вы золотой человек. Ну, да ладно. Сколько делаете добра людям? Восхищаюсь вами. Сейчас. Дашечка, что там? Нету звука в инстаграм эфире. Здравствуйте. Сейчас, спасибо. Здравствуйте, вы золотой человек. Ну, да ладно. Сколько делаете добра людям? Восхищаюсь вами. Так. Сейчас уже есть звук, надеюсь. Сейчас уже есть звук. Смотрите меня в Ютубе. Добрый вечер, Андрей Андреевич, участники вебинара. Процедура по банкротству затянулась. Может, адвоката поменять? Да, хорошо было бы. Не будет быстро решаться, что-то от вас хотят с этим банкротством. Ольга Васильева. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Приобрела у вас четкие из Рудракши. Подскажите, какие мантры начитывают на них? Ом Намах Шивая начитывают на них. И можно ли получить посвящение для этого у вас? Не нужно. Четкие из Рудракши являются четками, которые делают человека верным. Вообще есть такое понятие. Оно называется вешва. И по-другому обозначает верность. И в чем оно заключается? И Рудракша является проявлением верности. Вообще, вы знаете, что верность Богу, верность семье, верность каким-либо идеям, верность к высшим силам, доверие высшим силам, это все является духовным ростом человека и является основной духовной практикой. Рудракша – это элемент верности. Когда вы приедете в Индию, особенно в Варанаси, то можете увидеть людей, которые исповедуют. Это люди, у которых вокруг шеи намотаны четки из Рудракши в большом количестве. Для чего? Дело в том, что человек со временем, его начинает испытывать. У него появляются сомнения. Допустим, у человека, который решил всю свою жизнь быть верным Богу Шиве или Богу Кришне, или какому-либо Боге, Богу там, Кришне, как Девраха Баба, или там, Шиве, как Патрул поет Баба. И когда человек живет таким образом, то он со временем может быть склонен к тому, что у него появляется идея не быть верным. Но он все равно преодолевает это, и это является одним из элементов духовного возрождения души и духовного роста. Четки при этом, которые созданы из Рудракши, являются элементами преданности. Если вы преданы чувству любви к Иисусу Христу, если вы считаете, что ваш Бог, Аллах, и вы преданы этому, и чувствуете Его любовь по отношению к себе, совершаете намаз, но иногда появляются сомнения, несомненно, они должны быть, несомненно, потому что любые сомнения на пути духовного роста есть проверка. Если человек четко проходит такую проверку, стойко возвращается к тому, чтобы быть человеком сильным, верным, то это всегда вознаграждается. Поэтому каждый раз, когда человек не отступил, каждый раз, когда он был верным, это очень награждается. И в семьях тоже.
в тот момент, когда мужчина или женщина очень сильно желает, там, возжелала кого-то или пожелал там куда-то, или там в гречку сходить, или на что-то посмотреть, если он это преодолевает и делает это заради семьи, то это называется путем верности. И за то, что человек верен в этот момент, он становится вознагражденным. Хотите в это верьте, хотите нет. Любой духовный рост, он обычно с этого и начинается. Быть верным чему? Смотрите, человек верен доброте. Я, допустим, живу в семье, один из моих элементов жизненных, я соблюдаю некую пунью, такую ее называю элементом доброты или верность доброте, и стараюсь быть всегда верным. И в этот момент обязательно появляется желание там, покричать на того, кто чавкает, кто-то там чешется, кто-то злится, кто-то обижается. И в этот момент это и является для меня духовным ростом. И да, можно воспитывать, кричать, ругать и так далее, но если это преодолеть, если это переступить, если это делать, то это вознаграждается чем? Материальным благополучием, новыми качествами, которые даются вам, новыми чувствами. Да, это такой вот сложный он духовный путь. Вообще вы должны знать, что человек создан на земле для того, чтобы стать добрым и счастливым, и радостным. И все, что с ним происходит, это его воспитание на пути духовного роста. Каким образом происходит? Человек, который злой, допустим, в школе был злой, начали бить, человек подобрел, все. Если человек подобрел из-за того, что его в детстве обижали, он всю жизнь будет добрый. Но если у него при помощи гипноза убрать эти воспоминания, он вновь становится злым. Но я могу сказать о письменах древних, которые, или священных текстов, где всегда говорилось о том, что любые трудности, которые возникают в жизни человека, в естественной жизни человека, они связаны с его духовным либо падением, либо возрождением. И в этот момент у него появляется выбор. То есть выбор быть более терпеливым, быть человеком, который проявляет доброту, проявляет любовь, проявляет милосердие, который не тянет это за собой, не вспоминает, не мстит, не плюется в эту сторону, а человек, который дальше продолжает жить. У такого человека есть шанс духовного роста. Но есть другой тип людей, которые ненавидят всю жизнь, которые готовы там до последнего добиваться, которые готовы там убить ради какой-либо идеи или затеи или там чего-либо. И это, конечно, добровольный выбор человека. И так мир делится на тех людей, которые считают себя великолепными, хорошими, но делают жизнь людей, которые вокруг этих людей находятся, невыносимыми. Я таких людей часто встречаю. Встречаю таких людей, они в жизни очень милые, теплые, добрые создания. Даже визуально могут выглядеть, как такие добрые, красивые мишки-панду. При этом дома они устраивают истерики, скандалы, матерятся, кричат на детей, ненавидят внуков, там, хамят мужьям там, или мужей просто посылают, ни за кем не смотрят, ведут неряшливую жизнь, причем неряшливую, как чувственно, так и телесно и так далее. И, конечно, это говорит вот о духовном падении. Человек не может преодолеть, но внешне он создает прикольную, такую красивейшую картину ангела. Прямо одевает на себя маску ангела. Я таких людей видел. Я когда-то был свидетелем, женщина одна разговаривает по телефону и говорит, тогда еще телефоны были дисковые, она говорит, ты, Леночка, надо же, я так рада, что ты позвонила, я тебя так люблю, мы так давно не встречались, а как твои детки, а как твой супруг, надо же, вы мои зайчики мои. В этот момент подходит ее внук, которому было там 7-8 месяцев, и тянет ее за юбку и показывает, что ему там в бутылочке нет компотика. И она вот так прикрывает и говорит, пошел отсюда, и ногой его так раз оттолкнула, бабушка. То есть и у нее на лице сразу же поменялась одна картинка на другую. То есть она не была настоящим человеком. Она снимала одну маску, одевала на другую, снимала одну, одевала на другую. А где ты настоящая? Если человек не живет настоящей жизнью, то на него можно бесконечно влиять. Человек должен быть настоящим. Более всего настоящим делает человека его чувства. Более настоящим, чем чувство любви и доброты, ничего не делает человек.
Поэтому носите четки из Рудакши. Мантра для открытия четок из Рудракши звучит так. Освящение четок звучит, или мантра звучит так. Ом Руце Раманай Праватая Хум. И 7 раз нужно подуть на четки. Ом Руце Раманай Праватая Хум. После этого зарядить четки для того, чтобы они давали вам верность и доброту, мантрой. Ом Мара Мара Бемана Карам Ахазава Хум. Ом Мара Мара Бемана Карам Ахазава Хум. Итак, Ом Руце Раманай Праватая Хум и Ом Мара Мара Бемана Карам Ахазава Хум. Илона Маковицкине. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если муж и жена просто хотели поменять свадебные священные, да ладно, можно их переплавить? Конечно. Или лучше купить новые? Можно переплавить. Надо заново освящение. Я не понимаю, что такое освящение. Вот я не понимаю, хоть убейте. Не понимаю, как это освященное. Батюшки пошли, он молитву почитал. Ну, отнесите батюшке, пусть еще молитву почитает. Батюшка заработает, вам будет легче. Ничего это никак не действует, по моему мнению, опять-таки. Сядьте сами, начитайте что-нибудь. Беларуси в этом году предсказывают смену власти. Нет. Выйдем в начале следующей из-под России. Нет. Подскажите, как вы видите эту ситуацию? Усугубление, к сожалению. Гульнара Байраковна. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Можем ли мы переехать в свой дом и перевести с собой родителей и мужа? Да. Большое спасибо, Андрей Андреевич, за ответ. А, спасибо. Камила, 20 лет, несколько отношений, заканчивается тем, что бросают парни. Боюсь, что нынешние закончатся так же. А вы не бойтесь, говорите, ты моя Камилочка, пусть этот вот мужчина ее обожает, пусть любит, пусть... Вы же женщина, представляете, будто у вас из одного и из другого соска ватка. И вы берете ее, сплетаете, представляете Камилу и мальчика, и их вот этим своими ниточками скручиваете. Говорите, чтобы любили друг друга, чтобы у вас счастье было, чтобы друг без друга жить не могли, чтобы нравился, чтобы сердце открылось, чтобы и так далее. И все, магию произвели. Много людей покидают Харьков, мне некуда ехать. Подскажите, можно оставаться в городе безопасно, с уважением ученица? Да, безопасно можете оставаться, вам и вашей семье ничего не угрожает. Сева Пересевия. Здрасте, Андрей Андреевич, вечно живите, буду долго. Что вы даете нам, никто никогда не давал. Спасибо. Вы не перестаете нас восхищать. Да ладно. Я вот недавно проводил вебинар, кстати, в Инстаграме, и говорю там в Инстаграме людям, я говорю, смотрите, вот вы, наверное, заметили, пропали абсолютно шумы. С чем связаны эти пропадания шумов с Сидхи Саунд? Его заблокировали вновь этот канал. С чем это связано? Когда человек заходит, он каждый раз заходит, слушает шум и уходит. Я этого человека прекрасно понимаю, правильно делает, я для этого и создавал. Но дело в том, что есть люди, которые заходят, и человек, который послушал шум, довольный, ушел, он ничего не написал. А человек, который зашел и зашел специально, ему не нравится там звук, не нравится плохой звук, он ставит лайк вниз и после этого пишет плохой комментарий, там ты какашка и так далее. И вот что произошло. На сайте, вернее на YouTube-канале, который назывался Сидхи Саунд, было около 200 шумов. Из-за того, что люди, которые заходили и слушали эти шумы, не писали никакие хорошие комментарии, но находились постоянно из-за большого количества просмотров люди, которые заходили и писали плохие комментарии и ставили лайки вниз, писали, чтоб ты сдох, чтоб ты подавился там, сволочь, ты людей калечишь, урод и так далее. То есть этих комментариев вы их не видите, потому что я их удалял просто. Но они были, а я все удалить не мог. То получилось у канала в большом количестве, большое количество жалоб. И канал заблокировали. После этого я решил делать так. Если этот мир не хочет, чтобы я его лечил при помощи своих шумов, если люди заходят и думают, что это просто так, то есть человек послушал, я это создал, человек послушал, помахал мне рукой и так далее. Я все время думаю, если человек злой зашел, послушал, и ему не лень написать, какой я плохой человек, то почему хорошему человеку не написать? Я слушал о семье, мне помогло там 14 февраля.
Я слушала год, мне помогло, спасибо большое. Я в очередной раз слушаю и вижу действия этого шума и так далее. Что мешает это сделать? Если плохие люди умудряются заходить и писать плохие комментарии, то почему хорошие заходят и не пишут хорошие? Я понял, что если этому миру это не нужно, если люди, которые, для которых это делалось, не хотят этого делать, то тогда зачем мне этот канал нужен? Он мне не нужен. Я все эти шумы перевел сейчас в внутреннее использование. Теперь люди пусть покупают шумы, слушают и так далее. Не хочет этот мир, чтобы его спасали, значит, его не нужно спасать. Я не хочу больше это делать, потому что там... 452 тысячи человек просмотрело, комментариев написало 600 человек. 600 комментариев. То, что 450 тысяч раз просмотрели, сколько должно быть комментариев? Ну, 200 тысяч должно быть комментариев. А так. Так 200 тысяч, 100 тысяч написали плохих. Зачем оно мне надо? Я это все поудалял. Думаю, мне это 2-3 дня в жизни забрало, только чтобы я это все смотрел за этим, публиковал, создавал и так далее. Ради чего это все? Да, не надо это мне вообще, не хочу. Ну ладно. Здрасте, моя дочь Ирина проживает в Польше. Получит ли она в ближайшие 3 месяца квартиру в городе Шецине в аренду? На неопределенный срок. Нет, на определенный срок не получит, а на какой-то срок получит. Здравствуйте, уважаемый народ Кайласа, Инды. Принятно вечером в своей семье. Согласен. Что, есть здесь звук вообще или не идет трансляция у нас? А, идет трансляция. Здрасте, Андрей Андреевич, все присутствуют. Здрасте. Снежана, подскажите, пожалуйста, если вы уже видите события, которые произойдут в будущем, значит, мы их изменить не можем? Можем. Сфера деятельности, замужество, дети? Да, сможем. Сможете? Сможете. Так и будет на самом деле. У вас хорошие события. Расскажите о свастике, почему у Будды он нарисован на груди, как Гитлер распознал об этом. Ну, не будьте дикими. Свастика — это символ, который называется символ Гам. И свастика обозначает солнце или солнечные лучи. И вот таким образом свастика изображается как элемент солнца. Почему на груди? Это, смотрите, есть мантра такая, она называется савитур. В индуизме савитур переводится как солнце. Вот есть мантра «Ом Бурбава Свахата Цавитурвариньям Баргудаваси Дамахи Дюна Прачодаят». Там есть разная транслитерация перевода, но есть духовная транслитерация. Она звучит так. Что происходит, когда человек любит? В его душе расцветает солнце. И это выглядит приблизительно так. Пусть солнце моей душе согревает тех людей, которые находятся рядом со мной. Пусть солнце, пусть любовь моей душе будет как солнце, и пусть лучи этого солнца согревают тех людей, которые находятся рядом со мной. И пусть это солнце сжигает всех врагов, которые находятся вокруг меня. Таким образом, элемент солнца, элемент вот такой свастики обозначает одновременно защиту от зла и проявление доброты. Чье? Ну, если у Будды, значит, Будды на проявление доброты. А если вы видите свастику, а я вижу солнце, вы видите свастику, а я вижу любовь. Почему именно так? Ну, потому что это так вот закрутилось, эта энергия. Помните теорию Пуанкаре, которую доказал Григорий Перельман, да? Она заключается в том, что три любые гомеостатические, да, точки пространства, они в итоге становятся сферой. Точно так же и здесь. Получается,
как бы мы ни смотрели на движущуюся в пространстве гомеостатическую фигуру, она становится сферой. Поэтому изображение свастики — это прямое изображение закона Понкаре. Понятно? Вы видите свастику, а я вижу доказанную теорию Григория Перельмана. Вот это я заумничал, да. А Гитлер, послушайте, Гитлер, когда было тогда время, то оно выглядело следующим образом. Была царская Россия, потом Советский Союз, он поубивал огромное количество людей, поубивал дворян и так далее. Это как бы своими словами. Кто-то убежал, после этого создали новый социум. Это социум людей. Чем отличается коммунизм или социализм от буржуазии? В социализме нет частного права или частного имущества. А в, ну, то есть, если в социализме была квартира у вас, то она не ваша. Она принадлежала всем, то есть всем принадлежало то, что у вас было. В капитализме все по-другому, то есть частная собственность, ее защищает капитализм, а частная собственность, которая есть в социализме, социализм не защищает. И хотели построить социализм во всем мире, пролетарии всех стран, слышите, да, соединяйтесь. То есть пытались сделать так, чтобы пролетарии всех стран соединялись, при этом ни моды не было, ни красоты, ни еды. Люди сейчас говорят, вот тогда было хорошо, не обманывайте себя, почему вы так считаете? Потому что тогда была молодость, потому что почему? Потому что никто не жил там, где было хорошо. Никто не жил там, где было хорошо, да и не пускали туда, была такая одна большая Северная Корея. И там, когда говорят, вот мы тогда жили хорошо. Вы жили хорошо, потому что вы не знали, как это хорошо. В монастыре тибетском тоже два раза в день кормят и дают цампу. И эту цампу едят дети на протяжении всей жизни. Их не выпускают никуда, до 40 лет. Вот его отдали в 3 года, он до 40 лет ел эту цампу. Он считает, что самое лучшее место, это место в монастыре. Где он спит на холодном полу, у него есть одна пара тряпочек, которые называются трусы, и два вида одеяния, более желтое, более красное. И все. И он считает, что это самая прекрасная жизнь, которая может быть. Но он ее не видел, он не был никогда ни сытым, ни в тепле, ни любви не было. И он считает, что это самое лучшее. Почему? Наверное, мои собаки, которые живут в будке, они тоже считают, что их жизнь самая лучшая. Почему? Им не дают возможности видеть что-то другое. Но бывает ли лучше? Эволюция бывает. И бывает лучше, и бывает, где лучше живут. А бывает хуже. Есть Африка и страны Африки, где люди там голодные и так далее. Но самое страшное произошло потом, когда Гитлер появился, он начал истреблять в большом количестве людей. И как бы он был прав, как сказал Путин, там Польшу не дали коридор. Знаете, я подошел к банку и говорю, дайте мне коридор, я хочу зайти в туалет в банк. Мне скажут, ты что, дурак, иди домой. Я скажу, ага, все, теперь я захватил банк, потому что они меня разозлили, ограбил банк, потому что они меня в туалет не пустили, все. И потом я говорю всем, они меня в туалет не пускали, я решил их ограбить. То есть это объяснение? Не объяснение. А монгольская ига имеет право забрать свои исконные земли? Конечно, имеет право. Пусть Монголия заберет свои исконные земли, Китай заберет Владивосток, греки заберут Крым, вообще ж за бред. Куда попали? Вообще любое участие и любые слова, которые сказаны в том, что Гитлер был прав, они нацистские, фашистские. Это ужасно. Гитлер не был прав. Такой человек не должен был появиться. Все, что он занимался и чем он занимался, привело в итоге к чему? Уничтожению нереального, огромного, глобального количества людей. Глобального. Концлагеря. Убитые евреи, убитые цыгане. Просто убитые люди. Ужас вообще. Когда говорят, мы можем повторить. Зачем повторять?
Что повторять? Что с людьми происходит вообще? Что с головами? Повторить убийство миллиардов или что? За бред вообще. Ай-яй-яй. Люди, надо быть добрыми. Что, по вашему мнению, несет в себе легенда о Прометее? С уважением, Лиза. Не знаю. Подскажите, пожалуйста, ли мне с бывшим мужем? Не нужно. Скажите, не нужно, нет. Тамара, не нужно с бывшим мужем. У вас идут отношения хорошие. Виктория, здрасте. Пропали деньги в доме. Кто взял, дочь или муж? Не скажу. Дело в том, что вы сделаете скандал, а я не нацелен на то, чтобы взял тот, кому они нужнее. Значит, они вам были не нужны. Хочу поехать домой. Что меня ждет? Стоит ли? Стоит. Спасибо вам за ваши знания. Пожалуйста. Имею 13 платных шумов, 4 ступени. Очень довольна. Подскажите, какие из платных шумов больше подойдут при продаже книг в интернете? Есть такой шум, называется шабри. И вот его, или шум Шанкара, шум Шабри, вот для продажи в интернете, для развития своего магазина. Лучше всего. Какую мантру читать в этом году, как мантру года? Гоу на семинар программирования 2024. Но мне не жаль, я скажу. Есть хорошая мантра, и она звучит так. Ом Гура Ве Намах. Ом Гура Ве Намах. Это мантра умилостливливания Шани, и ее читать необходимо до 6 мая. И после 6 мая читать мантру Ом Намо Намах Шивая. Это вторая часть года. Первая часть года до 6 мая она связана с влиянием Шани. И после 6 мая до следующего года, 6 мая, она связана с годом или проявлением Шивы. Четверть года будет, второй половины, будут связаны с дисциплиной, и вторая четверть с любовью. Ну вот как-то так. Здрасте, Андрей Андреевич. Хочется услышать ваше мнение о шумах Горяева. Я не являюсь экспертом в шумах Горяева, и ничего сказать конкретного в этом я не могу. В целом, если изучать саму идею, то Горяев, он зря, конечно, поступил так, но где-то, ну, слушайте, вся информация есть в интернете, сами изучайте, я ничего не могу сказать. Я могу еще проплатить и прийти завтра на ваш вебинар, да. Дело в том, что я хотел бы сказать, что там надо было ему так или надо было так и так далее. Послушайте, я ни при чем, как он создавал эти шумы, что он при этом говорил, правда это, неправда, я не эксперт. Вся информация есть в интернете, изучить сейчас, слава богу, можно все. Есть эксперты, которые там изучали, есть не эксперты, есть подтверждения, есть неподтверждения, есть куча всего. Сейчас мое причем тут мнение. Я не делаю шумы, как Горяев. Мои шумы, которые я делаю, они связаны совсем с другой идеей и совсем не так я их делаю, как Горяев. Знаю ли я, как Горяев? Но если как он объяснял или как он это делал, ну, знаете, много всего такого, на что бы я не пошел, на что пошел в свое время Горяев. Допустим, создание КФС-ок, ну, создание пирамиды из КФС-ок, я бы на это не пошел. Заведомо знаю, что это там. Живу в Херсоне, не хочу выезжать из города, продают недвижимость. Ваш совет с гвоздем и климакса помог, все симптомы прошли. И что нужно вам сказать? Не хотите выезжать, не выезжайте. Лилит Атанян. Почему он предал меня? Был ли на самом деле между ними что-нибудь? Нет, не было, а вы его достали. Не знаю, вам... Дуйко, добрый вечер. Добрый вечер, Стасевич. Скажите, пожалуйста, первое, если на мне порча или что-то еще, есть психическое отклонение. Оно называется у вас депрессия на фоне бессонниц. На бывшем муже Сергея нету ничего. Как помириться с ним? Стоит ли? Вы его так достали, Стасевич, что он, вы так достали его. Вы же нестабильный человек. У вас постоянно претензии ко всему миру. Ну, я бы с вами не жил, если честно.
помириться с ним стоит. Слушайте, он такой человек, который придет к вам, потому что он вас любит. А вам вот нужно в себе разобраться. Вы хоть кого-нибудь любите вообще? Получится у меня делать шоколадные букеты? Да. Не могу найти ссылку на оплату завтрашнего семинара. Перейдите на сайт, там все будет. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у меня вопрос. Слушаю вас, Иштван. Здравствуйте всем, здрасте. Добрый вечер, Андрей. Смогу я в Чехии заниматься бизнесом по продаже стоковых товаров? Да. Сейчас работаю по рабочей карте, приехал за полгода войны из Украины, ученица 7-й. Все получится. Мой сын добрый, всех жалеет, помогает, 34 года. У самого стало много проблем во всех сферах, лично и деньгами. Если ему нужно, никто не помогает. Что ему сказать, чтобы он не помогал? А у человека своя задача жизни. Его задача жизни — научиться сделать вывод, что он как-то поступает неправильно. Вы понимаете, то, что помогает, и то, что у человека проблемы возникают, оно между собой не связано. Люди думают, что в случае, если помогать кому-то, то это может повлиять на их материальное благополучие. На самом деле факторов, которые могут увеличивать материальное благополучие, их много. Это отношения в семье, отношения женщины, отношения между собой. Отношения человека к деньгам, отсутствие скупости, ощущение доброты, ощущение добра, любовь своего бизнеса, постоянное взросление в бизнесе, энергетика, когда человек очень активно хочет этим заниматься, когда его кто-то поддержит. Много аспектов. Это не есть один элемент. Поэтому, если вы думаете, что он перестанет помогать и ему будет лучше в этой жизни, этого не произойдет. Или, а если он будет продолжать помогать, то ему должны помогать. А с каких пор у нас баш на баш? С каких пор вообще баш на баш? Он помогает, ему никто, ну так и должно быть. Человек помогает, потому что это у него рвение души. Или у вас, как у Достоевского, который сказал, что в глубине любого альтруизма жажда наживы. Ну если так, то тогда ладно. Я не думаю, что это является первопричиной, то, что он многих жалеет и многим помогает, это привело его к нищете. Я не думаю. Что ему нужно сделать? Есть семинар, он бесплатно выложен у меня в Ютубе, называется «Магия денег». Вот пусть он его пройдет. Там очень есть книга «Доктрина бизнеса», я ее тоже выложил бесплатно. Есть что послушать. Интересные книги, прям очень рекомендую. Мира, нежности, доброты. Дочь хочет проходить проектор с мужем, а он француз и не понимает ничего, будет программа работать. Ему не обязательно принимать участие. Завтра, когда включится проектор, я во время этого скажу. Скажите имена тех, кто с вами будет подключен. И вы скажете их, я этих людей подключу и все, и проведу с ними тоже. Нужно переводить ему? Не нужно переводить ему. Он даже принимать участие, не обязательно ему принимать участие даже. Я думаю, что это счастье, когда люди друг другу помогают, независимо от его статуса в обществе. Видела, как жизнь разворачивается на 180 градусов. Спасибо вам, очень интересно. Спасибо. Если купила отдельно проектор, но она на эфире не будет, что ей нужно делать? Ей эта цифра могу ей сказать или ничего не делать? Смотрите, человек может сам себе ставить цифры, а может ставить и не себе. Вот вы оплатите маме, я при помощи передачи промопар или парапам, промопары, передам вам возможности ставить такой пентакль кому-либо. И вы будете ставить такие пентакли или рисовать на ночь своей жене, или своему мужу, или своей маме, или еще кому-либо. То есть у вас промопара, все правильно. И вы будете это все делать сами. Без меня. А я поучаствую в том, чтобы у вас произошло объединение вас и этого человека, чтобы в дальнейшем вы могли ему вот таким образом помогать. Светлана Стасевич. Здравствуйте, Андрей Андреевич. О, уже Андрей Андреевич стал, да? Скажите, есть ли на мне порча или еще нет? Так уже ж ответил вроде, да? На бывшем муже Сергея. Как помириться с ним? Отлично. Так уже ж ответил. А если куда ни посмотрю, меня преследует цифра 11. Цифра 11 — это цифра 2. Это говорит о том, что вам срочно необходимо с кем-то объединиться. Выйти замуж,
принять сына или принять дочку, или начать там ухаживать за престарелыми родителями, или приехать к родителям. Два — это значит объединиться. Один жил один, ему показывают 11. То есть два — обрати внимание на тех, кто тянется к тебе. Будь лучше к этим людям, стань добрее к ним. Это обозначает цифра 11. Можно приобрести мне шумы от опухоли и тренажер от всех болезней, чтобы не удалять мне опухоль? Можно. Проходите на мой сайт duiko.guru, ищите шумы от опухоли. Там есть прямо от онкологических опухолей. Покупайте и проходите. Нас сейчас на ютубе 429 человек, не, а где лайки, где совесть? Правильно, вот видите, как раз тот вариант, о котором я говорил. Вот внизу под видео находится знак, символ 34 сейчас лайка. Вы ставите эти сердечки, а лайков не ставят. Вот 429 человек, по идее, должно было быть 424 лайка. При этом Дуйко сидит с вами уже 1:10, разговаривает, делится эзотерическими практиками, техниками. Вот вам и вся жизнь, друзья мои. А при этом человек потом говорит, а вот мне там, а я всем делаю и так далее. Вот такая она судьба. В Инстаграме нет звука опять? Да выключим сейчас этот Инстаграм, раз нет звука. Подскажите, вы правда учились в Санкт-Петербурге, а были начальником в московской больнице? Сложно ли было? Зачем вам это знать? Какая разница? Скажите, вот вы, допустим, знаете математику. Хорошо, вы обучались у меня эзотерике. И сейчас умеете делать ритуальную защиту. Вы ее делаете ежедневно. Амхридай намахум климшерес сваха. И у вас улучшилось общее материальное самочувствие, общее материальное состояние, психическое самочувствие, вы себя чувствуете более стабильно. А теперь скажите, когда у вас эта стабильность появилась, к вам подходит человек и говорит, надо же, ты такой молодец, так себя чувствуешь, не раздражайся, и такой вот теплый, какой-то ровный, как тебе это удается? У кого ты научился? Скажите, вопрос, у кого ты научился, важный или нет? Послушайте, это не важно. Какая вам разница? Где я учился? Что я делал? Оно вам надо? Какая разница вообще? Перед вами сидит человек, обычный, как все остальные. Я вообще хочу вам сказать, слушайте. Есть такие люди, которые живут в жизни своей, у них ничего не получается. У меня была встреча когда-то, у меня есть друг, он уже умер, к сожалению, был моим другом, очень долго мы дружили, фамилия его была Битнер, и звали его Борис, и он жил в Иерусалиме и умер в Иерусалиме. Он был очень долго моим другом, наверное, мы с ним дружили лет 22 года, наверное. И я ему когда-то сказал, слушай, почему у евреев так много людей, которые молятся? Он говорит, слушай, у нас очень много людей в Израиле, которые молятся. С чего начинает каждое утро человек, который посвятил себя молитве? Вы знаете, есть такая молитва у евреев, она называется, ее читают утром и вечером, она называется Шма. Она начинается со слов. Пусть весь иудейский народ будет счастлив, пусть Бог любит иудейский народ. И они это делают утром и вечером. Они не молятся за себя и не молятся за свою семью, они молятся за всех. У каждого человека есть работа. Человек пошел на работу, пришел с работы, ему некогда молиться. У иудейского народа есть некая такая тенденция. Они придумали людей, которые должны молиться. Так же и в этом мире. Есть, также и в этом мире, мне в свое время об этом рассказал Боря, это не мои выводы. Он сказал мне, есть люди, которые хорошо разбираются в математике, а есть люди, которые хорошо разбираются в письме, а есть люди журналисты, а есть люди политики, есть люди медики. И у каждого есть свои, кто-то хорошо плитку ложит, кто-то будет милиционером, кто-то на гитаре играть.
А есть люди, которые рождены, у них ничего не получается. Вообще. Говорит, вообще ничего не получается. Я таких людей знаю. Он говорит, и что делать с такими людьми? Они же вообще ни к чему не годны, ни к чему не пригодны. Я говорю, ну и что с ними делать? Платон бы, мы знаем все, наверное, кто изучал там платонизм, что бы с ними сделал Платон, да? Ну мы же не Платон. И он говорит, они рождены, их создают специально для того, чтобы они молились. Он прав. Есть люди, которые рождены, у которых ничего в жизни не получается. Это люди, которые рождены с вот такой задачей. С задачей молиться, с задачей быть эзотериками, с задачей нести эту миссию, да, с задачей что-то делать для людей, для народа, для своего общества, для своего ментала, для своего ментального, для своей ментальной связи, для своего рода, еще для чего-либо. И это правильно, так и должно быть. Когда нет возможности, когда ничего в жизни не получается, то сядь и помолись за свой род. Сядь и помолись за своих детей. Но если много времени и ничего в жизни не получается, то молись за мужа. Сложи руки, скажи, пусть в его, Господи, пусть в его жизни все получается, он хороший человек, он ко мне хорошо относится, он так старается, с детьми постоянно улыбается, что он вечно такой, его то те обижают, то те, пусть он будет хороший, пусть двери перед ним открываются, пусть у него придут такие идеи, чтобы у него получалось деньги зарабатывать, чтобы ко мне лучше относился, не обязательно там сложные слова, душу откройте. Не обязательно это должно быть там только словами. Да воскреснет, расстучатся и бегут от лица его ненавидящие, как и исчезает дым, да исчезнут от лица его ненавидящие. Зачем это? Что в этом? Хотите так, можно так, но потом своими словами скажите. Кому обращаться? А это не важно. Для кого-то важно, вот для кого важно, обращайтесь к тому, кому важно. А если не важно, то обращайтесь просто так. Кому? Ты не важно, кто услышит. Важно, что это будет услышано. А услышано в тот момент, когда там будут чувства. А что делает человек, который любит своих детей? Он говорит и им желает. Складывает ручки и говорит, вот мой сыночек, бедненький. Такой, то одно не получается, то другое. А ведь он хороший. Он рос, он был маленький, у него он хороший был, улыбался, ко мне хорошо относился, его обнимала. Ты мой зайчик, мой сыночек, пусть все девочки к тебе хорошо относятся, пусть у тебя будет всегда много работы, пусть у тебя получается деньги зарабатывать, пусть как ниточки из этого мира придут миллион всевозможных идей, которые помогут тебе быть счастливым, здоровым, пусть девочка рядом с тобой будет самая красивая, пусть обожают тебя, любят, пусть детки родятся. Вот, видите, как это все оказывается несложно. И в конце, да пусть будет счастье у тебя, мой ребенок. Обожаю тебя. И я молитвой отца или молитвой матерью обращаюсь к высшим силам. Помогите ему, пусть это все будет. Как примириться со своими детьми? Представляете всех детей и себя, и представляете, будто они подходят вас и все обнимают. Если будете это делать каждый день, то примиритесь. Скажите, пожалуйста, на ладони появился треугольник с буквой А звездой. Если звезда пятиконечная, богатыми будете. Если буква А это Алиф или Альфа. Вы же Альфа и Омега, то есть прославитесь, видимо. Если там, где символ линия ума, то тогда идеи придут, как это сделать. Моему сыну 15 лет, уролог сказал, у сына варикоцели. Что нам делать? Пусть закаливает ножки. Ставите... Во-первых, давайте ему мускатный орех, 1 чайная ложка на стакан кипятка, один раз в день, чтобы пил. Также наливайте холодную воду в тазик или в ванну и засекайте время, чтобы каждый день высоко поднимал колени и маршировал. Раз, два, раз, два. Также настойка каштана. Возьмите каштаны, а еще лучше цвет каштана, вот скоро расцветет. Соберите цвет каштана, с конского каштана, залейте водкой, натрамбуйте банку, пусть настаивается на протяжении 30 дней, принимать 30-60 капель на ложку воды 2 раза в день. Лечит варикоцели.
Здравствуйте, Андрей Андреевич. Почему у вас на сайте нет отзывов, хотя показано, что есть? Это какой-то баг. Кто хочет, пишет отзывы у нас. Все отзывы публикуются. Все есть отзывы. Значит, вы так хотите их писать. Здрасте, здрасте. Скажите, пожалуйста, есть порча? А вы решили несколько раз мне задать. Вы, видно, не слышите, что я к вам обращаюсь. Расскажите о крестьянках. Смотрите, вы задаете мне вопросы из египетской магии. Я когда-то записал вебинар, он называется «Египетская магия». Интересный вебинар, я там рассказываю об ангхе, как его использовать. Рассказываю о божествах и даю целый ряд техник. Это техники стать знаменитым, техники стать решительным, отважным, техники прославиться, открыть сознание, читать мысли. И там целый ряд египетских практик. Уникально, интересно, невероятно, эксклюзивно. То, чего нигде в своей жизни прочитать и найти невозможно. Вот прямо очень-очень вам рекомендую. Включая ангх, рассказываю, как с ангхом или как представлять ангх так, чтобы помолодеть. Работает ли? Великолепно работает. Сам пользовался, очень понравилось. Как помочь мужчине увеличить финансовый рост? Есть книга у меня «Доктрина бизнеса и магия денег». Вот с этого начните. Меня зовут Елена. Проблемы со здоровьем. Врачи не помогают. Если на мне порчи? Если как самой снять? Нет порчи. Не вижу порчи. Как снять? Нечего снимать. Не вижу порчи никакой. Есть болезни. Болезни, просто рассыпаетесь уже. Иммунитет плохой, загнали себя, спите плохо. Думаете, если убрать порчу, то спать лучше будете? Не уверен. Можно вопрос? Старший сын зовут Дархан. Когда-нибудь женится, будет счастливым? Да, все нормально будет. Еще и такая будет хорошая женщина у него. Худая. Смотрела по вашему совету все 7 ступеней. Ого, теперь по идее надо идти на вторую ступень. Угу. Есть возможность оплатить PayPal за обучение? Есть. Моя цель о семинаре целительства давно поставила, но сомневалась, могу ли я его по своим силам осилить. Мы люди, которым уже столько лет, прям столько лет, что мы какой-то семинар, знаете, осилить можем 100%. Берете, выписываете основные идеи, которые там есть в этом семинаре, в тетрадку. Делаете эту тетрадку, перечитываете ее перед сном. Не торопитесь, вникаете в эти идеи, заучиваете некоторые из них, там их немного. И после этого используете. Это все весело, интересно и легко. Эзотерика – это не наука, которая осложняет жизнь человека и ухудшает, а наоборот, облегчает и делает ее более интересной. Сегодня я хочу показать вот такой символ. Помните, я когда-то даже рассказывал об этом символе, он называется символом Сяосянь. Данный символ Сяосянь сделан на красном дереве, вырезан на красном дереве и мной привезен из Непала. Данный символ является частью триграммы Сяосяня, а на самом деле Лисяня или знаменитой секты Сяней. Вот эти Сяни, это были люди, которые называли себя, что такое Сянь. Сянь — это бессмертный, а Сяо — маленький. Маленький бессмертный. Почему? Есть такая легенда, в которой говорится о том, что в Китае когда-то рядом с императорами жили карлики. И эти карлики, они никогда не умирали. То есть они жили там 700 лет, 900 лет и так далее. Они с каждые 100 лет уменьшались в размере. И самый старший был настолько маленький, что его носили в кармане. А самый молодой был там не больше. Там, каждые 100 лет они уменьшались в росте там на 15 сантиметров. И когда им было 1000 лет, они были настолько маленькие, как куклы, что их император носил в кармане. Но они обладали колоссальной мудростью. Ну и такой был у них Сяосянь. Это маленький, маленький, переводится как маленький вечный. И вот он выпустил некую триграмму такую, которая называлась Багуа Сяосяня.
И там каждый из элементов был нарисован в виде чаши. Данная чаша называется чашей материального благополучия. Если смотреть на данную чашу материального благополучия ежедневно, то человек может жить долго, и человек может быть всегда богатым. И если смотреть на нее, вот конкретно на этот символ, то это один из 8 символов сяня. Если смотреть на данный символ сяня, то человек отдаст все свои долги, станет, к нему начнут хорошо относиться, и этот человек в дальнейшем сможет быть материально обеспеченным. Не читать мантру никакой, ничего не нужно. Данный символ, его не нужно вешать, на него смотрят. Пока смотрите, он действует. Его можно приобрести, напишите мне в телеграм-канале или напишите оператору, хочу приобрести символ Сяосянь, и мы вам его продадим. Я не помню его стоимость, в районе, по-моему, от 80 до 100 долларов. Вот теперь вы видите, как я зарабатываю деньги. Да. На самом деле никто не купит, не заморачивайтесь. Страны и боли, то виски, то лоб, то я не спина, обследовать лечил только мало. Что это, психосоматики или нервы? Как получить, есть узел и гипертиреоз? Вся эта проблема, она лечится эндокринологически. Также у вас есть проблема, которая связана со спазмами сосудов. Это связано с тем, что повышается холестерин. Также это приводит к тому, что вы хронически в депрессии, постоянно в телефоне, не спите ночью полноценно, у вас сон тревожный, вам нужен отдых. Отключайте телефон, занимайтесь медитацией, принимайте йод-содержащие продукты питания, чуть-чуть спорта, гуляйте перед сном по часу, пейте больше водички на протяжении дня. Лечите артериальное давление. Но у вас, скорее всего, сниженное. Ну вот стимуляторы какие-нибудь там можете принимать. Аргинин можете попринимать. Здрасте, мой внук Матас будет говорить? Скорее всего, нет. Внучке 4 месяца не сформировалась тазобедренная кость. Хрящ на данный момент вследствие плацентарной недостаточности во время беременности мамы. Как помочь? Никак. Это ребенок будет инвалид на всю жизнь. Скорее всего, аж после там, 15-16 лет можно будет что-то прогнозировать. А сейчас, в данный момент, ну... До момента остановки гормонального развития говорит что-то, даже имплантирование, ну, рано. Я бы все-таки дождался процесса завершения роста и после этого уже применял бы какую-то терапию. Но опять-таки хочу сказать, мое мнение обывательское. Я не являюсь специалистом в этой области, не имею права давать даже рекомендации. Нет, не могу дать рекомендации. Будут у моей дочки Екатерины семья и 29 одного ребенка, муж ушел, гражданский работает в ресторане. Зачем вы пишете, что он работает? Ушел и ушел. При чем тут работает? Зачем вы это пишете? Ну работает и работает. За дочку спрашиваете, муж работает в ресторане. Зачем вы это пишете? Все нормально, замуж выйдет и родит детей. Двух мальчиков родит. Все будет хорошо. Ну все, дальше начинается гадание, уже завершаем мы семинар. Пожалуйста, что избавит от камней в желчном? Берете мой препарат, называется пипсин, каждый день по одной таблетке 3 раза в день. Принимайте на протяжении 1-2 месяцев, не будет камней ни в желчном, ни в почках. Устраняет камни как в желчном, так и в почках. Здрасте, пришла мысль подарить вам перстень с зеленой хризоколой. Возможно вам это сделать? Зачем? Есть идея, дарите. Нет идеи, не дарите. Я рад всему. Здрасте, сын Игорь, 30 лет, образовалась киста Бейкера. Подскажите, пожалуйста, как лечить, что принимать рассосалось? Нужно обратиться к врачу, так как поставленный диагноз киста Бейкера, она должна, такой диагноз должен поставить лечащий врач на основе дифференцировки изменений сустава. И после этого назначить противовоспалительные препараты, может быть, там, на фоне артроза, препараты от артроза,
может быть, надо там ударно-волновую терапию. Ну, это вопросы не ко мне. Народные способы. Берете мокрое полотенце. На мокрое полотенце, такое увлажненное полотенце, насыпайте бишофит. Уксусом полотенце сначала. Полотенце в уксус отжали. Прям столовый уксус. После этого на такое теплое полотенце, вафельное, моя мама говорит, бишофит насыпали. После этого вокруг сустава обмотали на 5-7 минут. Бишофит не засыпайте прямо с толстым слоем, чуть-чуть, как солью присыпали и обмотали. Вот это может восстановить, убрать воспаление сустава. Такой хороший метод. Ну что, я желаю всем счастья, жду завтра вас на проекторе, надеюсь, ответил на ваши вопросы. Был интересный в целом вебинар, какие были интересные темы. Одна из тем была вывод, почему женщина не может выйти замуж. Интересные были практики, я рассказал о практике сжигания на свече. Объяснил, почему солнце и савитур между собой связаны и почему три элемента, объединенных между собой в одну точку, могут быть всегда сферой. Вообще, я хочу сказать вам, что согласно теории Пуанкаре и доказанной теории Пуанкаре, которую доказал Перельман, я хочу сказать вам, что все, что есть в нашем мире, вот это, я и так далее, все есть сфера. Все есть сфера. Поэтому мы все, что видим вокруг нас, является сфера. Треугольник тоже сфера. И все, что есть в этом мире, это все является сфера. Точка это сфера, не точка это сфера. То есть он доказал как раз то, что все вокруг нас, оно состоит из пикселей, точечек. Поэтому все вокруг нас сферично. Ну и а зачем нам это необходимо? Любая программа, она строится по принципу сферы. Как сделать так, чтобы программы сбывались? Представляете, будто у вас на голове цифра 8, которая стоит вертикально. Представляете, в нижней цифре 8, представляете, будто там вы видите что-то, что вам очень хочется от жизни. Допустим, делаете так. Ой, так хочу, чтобы у меня было скоро вот там своя однокомнатная квартира. Так хочу, и представляете, будто в сфере это видите. Потом представляете, будто эта цифра 8 внизу наполнена, как в песочных часах. И вот эта нижняя становится вверх, а верхняя отрывается и улетает в небо. Так будет исполняться желание. Смотрите, сейчас, когда закончится этот вебинар, то не забудьте поставить лайк. А еще раз.